Ну что ж, поприветствуем одного из сильнейших борцов России, заслуженного мастера спорта Абоязида Мансигова. Он из города Владимира, спортивный клуб «Ахмат», тренер Надир Магомедов, чемпион мира прошлого года, а также победитель Кубка мира, чемпион Европы 2019 года, неоднократный чемпион России. И его соперник в синем трико, представитель города Новосибирска, а мастер спорта международного класса Сергей Степанов. Обладатель первого места чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Тренируется у Алексея Амирова. И вот последний победный балл, 8-0, победил заслуженный мастер спорта Абоязид Мансигов. Россия. The winner by technical superiority, Мансигов Абоязид, Russian Federation.